Давай. Мы смогли добраться до центра города Мариуполя. По словам местных жителей, они говорили, что вот на всех верхних этажах здесь были азовцы, они выгоняли хозяев квартир из своего жилья и делали там огневые точки. Здесь лежат бойцы ВСУ, бабушка. Не надо было, наверное, мирных с ВСУшниками. Ну а куда? Куда мне? Грубо говоря. Вот